Всем привет! Ты смотришь обзор кинопремьер «Рыбный четверг». Ну что, поехали! Первая премьера недели – это фильм «Терминал». Это криминальная драма, загадочный неонуар в одном флаконе. Благословите меня, Святой Отец, ибо я согрешила. Речь идет о роковой девушке Энни, которая умудрилась не только выжить, но и вести коварную игру сразу с несколькими преступниками. Ты понятия не имеешь, кто я и на кого работаю. Марго Робби выступила не только главной актрисой, но и продюсером этого фильма. Прошлый ее опыт «Я Тони» оказался удачным и был номинирован сразу на несколько Оскаров. Ошибаешься. Я точно знаю, кто твой босс. Ладно, что тебе надо? Денег? Забирай. Бери все, что хочешь. О, какой неудачный выбор слов. Занятный закрученный сюжет сможет порадовать даже самого стойкого скептика. Черный дипломат в камере хранения. В нем задание от мистера Франка. Дело верни. Пока можем сделать вывод только один. Марго таки любит убивать. Я стравлю их, словно голодных крыс в клетке, а вы будете за ними наблюдать. Бах! Вообще, этот фильм – ода красоте и таланту австралийской красотки. Что с тобой? Непреодолимо тянет на темную сторону. Почему я должен тебе верить? Я же говорю, ты мне нравишься. Вторая премьера недели – это комедия «Душа компании». Мелисса Маккартни снова шикарно рассказывает о проблемах брошенок, разведенок и о том, как они отчаянно пытаются помолодеть. Клевая у тебя мама. Что, прям в библиотеке, Фрэнк? Не говори ему. У Дианы был секс в общественном месте. Где? Среди атласов. С радиатором? Нет, дурак ты, Фрэнк. Героиня Мелиссы отправляется учиться в колледж. Там она находит себе парней, развлекается с ним. И все это на глазах у ее собственных дочерей. Я старше, мудрее, тут у меня, считай, Google. Спроси, что хочешь. Выключи свою вагуглю, ты меня пугаешь. Моя вагугля Джека вчера точно напугала. О, господи, в хорошем смысле. Как аттракцион «Комната страха». А ты смотрел «Рыбный четверг», не забывай подписываться на наши социальные странички в Ютубе и смотри кино по «Ладим Синим».